В Белореченске завершилось открытое первенство края по плаванию. В соревнованиях принимали участие команды из Белореченска, Краснодара, Новороссийска, Армавира, Лабинска и Выселковского района. Спортсмены соревновались в двух возрастных группах. С каким результатом завершился турнир, в рубрике «Новости спорта». «291 участник, 4 стиля, 2 дистанции. Для того, чтобы определить лучших спортсменов в каждой дисциплине и возрастной группе, понадобилось 2 соревновательных дня. Волнение перед заплывом понемногу растворялось в ожидании спортсменов. Вольным стилем, брасом, баттерфляем и на спине пловцы стремились к победе на 50 и 100-метровой дистанциях. За соблюдением правил соревнований наблюдали тренеры спортивных школ команд-участниц. Под строгим взглядом наблюдателей спортсмены, нарушившие правила, сходили с дистанции». Не проверила года своего сына за нарушение правил НАТО. Обидное поражение для спортсмена. Бодрый настрой пловцов в заплывах поддерживали болельщики из числа спортсменов, уже преодолевших свою дистанцию. В общекомандном зачете по количеству медалей победила команда Белореченской спортивной школы номер 3 городского бассейна. Они заработали в сумме 30 медалей. Спортсмены из Лабинска завоевали больше золотых медалей, но в общем зачете уступили белореченцам. В их копилке 27 медалей. Третье место у белореченских спортсменов из спортивной школы Олимпийского резерва «Волна». Они завоевали 20 медалей. Екатерина Лукьянова, Сергей Чернецов. Новости спорта.